Идет кормозаготовка и в Заводоуковском городском округе. Сейчас животноводы убирают кукурузу для крупного рогатого скота. В Мичуринской свиноводческой компании закончат через 10 дней, если позволит погода. Осенние заморозки сказались на культуре, признаются специалисты. Если быстро не убрать, вместо качественного силоса получится просто солома. Урожайность превзошла все предыдущие годы, поэтому места для хранения зеленой массы придется расширить. Заготовить планируют около 15 тысяч тонн. Это почти полуторагодовой запас. Раньше мы шли за урожайностью. Сейчас у нас нет такой вот потребности. У нас новые сорта, они высокоурожайные. И мы сейчас идем именно за качеством. Качество на первом месте. Берем высокий срез кукурузы, до 50 сантиметров, ниже не берем, для улучшения его питательности и переваримости. Параллельно идет вспашка полей, уборка пшеницы и заготовка соломы. На год ее нужно порядка 25 тысяч рулонов. А в основном солома идет на подстилку для животных.